Так, блин, я так много мучился. И только теперь нашел эту дыру, проклятая дыра. Ужас какой. Ой, блин. 3 дня. Пока нашел долбанный люк, пока понял, куда он ведет. Теперь это сраная пещера. Просто сумасшедший дом какой-то. Так, главное не упасть в лаву. Вот трагедия, блин. Опять буду 3 дня искать. Так. Окей. Ой-ой. Не хотелось бы умереть. Красную, красную. Топовый, что ли? Так, у нас пулканат, что ли, нету? Точно. За спиной. Что у нас? Пока бегал, все стволы просрал. Ну ладно. Лава, лава, и больше тут некуда идти-то, в принципе. Все. Ради этого я так долго страдал. Ладно, две новые местности. Ой. Ой-ой-ой. Ага. Интересно, это все та же дыра или это другая? Наверное, все та же. Вопрос в том, куда дальше. Вроде бы за 3 дня пролазил все. Но, как видим, все-таки не все. Тут сундуки есть. Сканер их видит. Это наводит на мысль, что где-то должен быть проход. Вот эту, кстати, пещеру тоже искал целую вечность. Черт. И когда ее нашел, понял, что я никуда не пришел. Сундучки, сундучки, ну и толку.
Тут ничего нету. Ой, чуть со стулом не перевернулся. Что внутри? Какашка. Ну и куда нам дальше? Залезу на гриб, стою. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Чуть самоубийством не покончил. Прилетел.
Хоп-пу-ру-пу. Хоп. Кибердикшт. 200. Где такую массу взять? Не, ну это нереально. Допустим, нам сюда. На карте. Карте те. Или нет. Ну ладно, давай проверим. Ну и как видим, нам все-таки не сюда. Вот это интересно. Упс. Застрял, застрял, застрял. Ой. Ага, хорошо. Башня. Башня, машня, раньше ты стопудово не светилась энергией. Это гарантия, электричество появилось.
Что такие? Ух ты ж. Маркер? Маркер то же самое, что фломастер. А каким это они образом?
Возьми синий. Нельзя, только черный. Ручка черная есть. А мне там, чтобы мне все закрасить, мне нужно таких 5 ручек. Ой, что-то ты мне тут мозг кушаешь. Да, сына? Дуришь папке в голову? Принесу я тебе маркер. Завтра черный, окей? Так мне нужно сегодня принести в школу законченную работу. По дороге купи маркер, возьми денежку. Папа, тут все магазины закрыты. Господи, у тебя проблем, сына? Возьми в... В Норфе по дорогу, он открывается рано. Но. Сколько сейчас времени, сын? 19:38. И во сколько ты собираешься уроки начинать? 20:00. И не поздновато? Где эта штуковина упала? Ну ладно. Черт с ней. Угу. Крайний остров. Ясно. Чуть ласты не склеил. А мы ведь почти добрались. Надо так помедленней. Ой-ой-ой-ой-ой, аномалия. Оу-хоу-хоу-хоу-хоу.
Ой. Ой-ой-ой. Чик-чирик. А энергии как нет, так и нет. И не долететь нам до той страны. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хо-хо-хо-хо-хо. Ну, полетели, умрем, так умрем.
Тарам. И карамба. Почему нет? А, за кубики? Ладно. А ты? Папа, О! давай я убью. Че, обалдел? Давай. Не надо. Так, значит, туда. Это будет возврат. Все, короче, на родину. О, я пешком иду. Тарарирарирарарарарира. Папа, я тебя убью. Знаешь, папа, На. смотри. Да. Ой, не надо. Видишь? Да. Острое. Неудачное. Так ты не подходи близко. А, нашел золото. Упс. Бабум. Так. Ну давай попробуем на родину вернуться. Где тут этот наш космолет, который меня уже так замучил? Родина. Угу. Ну, робот. Хай. И глаз выбей сейчас. Паршивый робот. Он тут с катушек слетает. Он мне никак помочь не хочет. Очень good day, просто. Охренеть. Очень, очень много информации, которая мне ни хрена не сказала. Найдите второй ключ. Ключ куда, зачем, для чего?
Называется «Хрен мама знает». Ну. Ничто, никуда и ни для чего. Хочу руку приложить. Но. Шляпа. Шляпа. Ой, бля. Задроты, а? Что в миссии пишет там, бля? Ну да, типа обыщите эту жопу. Да я уже там все перерыл. Перерыл все я там. Каждый островок перерыл. Руки вон. Одни костяшки. Жопашники, а? Давай так. Бегом. Ага. Офигеешь. Бежим. Ага. Сухофрукты. Ну, давай летим там. А, сумасшедший дом. Вот интересно, показывает туда. Ну, бля, я же там помираю. Опа! Вниз, вниз, вниз. Хорошо, там. Но там у нас вот это. О, да. Цалала. Все эти драные острова я уже перелазил. Вдоль и поперек. Драники. Я еле двигаюсь, перегрелся. Надо найти самую высокую точку. Вот. Кто знает, что за фрукты? Я как бы их уже нашел и исследовал. Папа, А? уже 19:58, я пошел.
Молодец. О, господи, я уже этих ублюдков для прикола убиваю. Power. Все готово. Нужна мощность. Где? Урод, где эту мощность взять? Куда лететь? Это ты мне, Марис, пишешь? Ясно. Там ничего не задано. Ты уверен? Тут только три. Смотри, папа. Нет, на уроках. Ага. А. Ясно.
Да? А попозже, чтобы вот зал там меня тренировал, да? Вот дядя, да, папа? А? Его зовут Денис? Наверное. Потому что он у тебя в Фейсбуке подписан. Ля-ля-ля. Ну. Power Ranger, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сраные голуби.
Хрена с два. Никак не пойму, что эти уроды тут охраняют. Нифига, нифига. Ага. Что за какашка?
Ай, ни хрена не понимаю. Не исполняйте, сын. Ну и что же делать-то? Вот же ж дурдом, а? Самых-самых, да? Ух ты, я ничего на все оружие уничтожил. Ну ладно. Хоть какой ствол возьмем. А нет, есть один. Это красный, этот простой. Гуляй, гармонь. Так, тебе полет. Ну, модуль.
А что такое? А. А, ну так, чтобы вы не обижались. А то вы ж потом плакать будете, почему у него лучше, а у меня нет. Зачем нам плакать? Мы А не кто его хотим знает? плакать. Вот долб... А где этот сраный робот? Ну, зашибись. Ну, зашибись. Да, папа? Ноки-доки. Конечно же у меня самое лучшее солнце, как у меня. Самая большая какашка у нас в садике, наш огород. Да. Юпи! Да. А, трагедия. Робот слинял, паршивец. Могут бегать уже по этим островам. Все надоело. Всем пока. Где?